А у нас на очереди прогноз погоды на завтра и народные приметы от Галамартовны. Вечер добрый, касатики! Расскажу вам прогноз погоды, самый точный. 22 декабря по народному календарю Анна Темная. Самый короткий день в году, зимнее солнцестояние. Будет облачно, временами пройдет снег. Ветер поменяет направление с западного на юго-западное. Атмосферное давление понизится. Геомагнитное поле Земли останется спокойным. По погоде в этот день в старину предсказывали, какими будут новогодние праздники. Если ясно, то и под Новый год выглянет солнце. А синоптики так и обещают. В Екатеринбурге будет минус 6, минус 8. В Нижнем Тагиле 4-7 градусов мороза. В Каменске-Уральском минус 6, минус 8. Именины 22 декабря у Анны, Александра, Василия, Владимира, Степана. Увидимся завтра. Расскажу без утайки, что узнала о погоде на выходные. До встречи, милые мои!